него в руках щит и фальшион, тяжелый пехотный меч. Но сейчас не об оружии, потому что сцепились оба бойца, пытаются перебороть друг друга, бьют головой, коленом бьют. Виталий Крыслов. А также хочется сказать, что Евгений Петренко является чемпионом по вольной борьбе. Так что, что касается борьбы, тут, конечно, ему сложно противостоять, но не называют его способом сражения преломление пространства, потому что непонятно, как из показалось бы неизвыкнутой ситуации у него получается выходить. Ну а Виталий — это, конечно, боец, который может наносить сокрушительное количество ударов щитом, кулаком, фальшионом. Не отпускает он своего противника. Давайте поддержим наших бойцов! Скручивает. Виденко, но нет, не удается. Кстати говоря, у обоих бойцов есть боевые псевдонимы. Захватывает вот это.